В ходе поисковых работ поисковой экспедиции «Долина» осенью 2015 года на местах боевых действий периода Великой Отечественной войны в районе бывшей деревни Захарова Парфинского муниципального района Новгородской области поисковиками в болоте были найдены останки военнослужащего. При нем были обнаружены гранаты, патроны, ложка и крышка котелка с фамилией Раевский Кирилл Степанович, который являлся уроженцем села Натырбово Кашхапльского района. Все, кроме крышки, пришло в негодность со временем лет. 24 июня родственники Кирилла Раевского передали крышку котелка в музей боевой и трудовой славы села Натырбово. Сегодня в нашем музее боевой и трудовой славы села Натырбово большое событие. Все вы прекрасно знаете, что война 41-45 года, Великая Отечественная война, была очень жестокая и кровопролитная. Все знают, у вас прадедушки ваши, у кого-то дедушки воевали, погибли, бабушки. И вот сегодня у нас событие посвящено следующему. Нашего бойца, уроженца ефрейтора Раевского Кирилла Степановича нашли погибшим, вот прошло столько времени, его нашли в болоте в Новгородской области. Очень много погибших, тысячи и тысячи погибших наших бойцов были просто расстреляны, убиты, уничтожены. И никто не знал, где они находятся. Потом только в течение того времени, вот до наших дней, представьте, 70 лет прошло, и вот только эти останки начали поднимать. В этих местах очень много было захоронено бойцов и сделано братских могил. За весеннюю вахту в братской могиле было захоронено 710 человек. Останки погибшего Раевского Кирилла Степановича были захоронены в мае 2015 года на воинском кладбище в Ясной Поляне Новгородской области. И вот сегодня его племянница Джуджуева Тамара Ивановна передает в наш музей вот эту крышку вместе с останками, сегодня передают в наш музей. Это для нас очень почетно, потому что человек здесь родился, жил и очень молодым, вы потом увидите его фотографию, очень молодым он погиб. И вот спасибо большое, Тамара Ивановна, что вот вы нам представили такую честь и передаете эту вещь нам в музей.